Здесь собралось сегодня очень много профессионалов своего дела, и все доклады крайне сжатые, лаконичные, и все по существу. Поэтому у меня самое приятное впечатление, что здесь все говорят о том, что хорошо знают. Хочу рассказать о travel media в эпоху Web 3.0, когда старые принципы Web 2.0 перестают работать, и сейчас такое интересное время, что создаются новые контентные форматы, и как это ни парадоксально может прозвучать, пионерами контента становятся веб-сервисы, которые развивают свою сервисную часть как контентную. Наверное, об этом.